Вот видите, у меня есть здесь несколько разновидностей. Давайте я вам просто расскажу, что это такое. Видите, шорт, да, то есть это те позиции, там, которые у меня есть. PayPal у меня есть, лонги, шорт-сквиз. Что такое шорт-сквиз? Это акции, в которых сидит самый большой шортовый интерес. То есть это значит, что в этой акции, например, ZYXI, смотрите, сейчас, ZYXI, это значит, что бумага когда-то очень сильно упала, и очень много шортов сидит по этой бумаге. Это значит, что если вдруг эту бумагу будут разворачивать, там могут быть очень сильные движения. И вот я вот здесь вот себе обязательно рисую. Видите, вот я думаю, что бумага будет падать. Это buy signs. И вот здесь вот у меня есть основной лист и есть вспомогательный лист. Дальше. У меня есть конкретно, например, TUP. Я понимаю, там, почему эта акция поднялась. То есть я каждый день вот делаю вот такой вот анализ для себя. Каждый день у меня, вы знаете, космос бумаг, вот огромное количество, я себе там записываю, почему. Я пытаюсь отойти от человеческого фактора. Да, то есть я пытаюсь убрать человеческий фактор. У меня стоит лист, у меня стоит там бумага на листе. Я конкретно знаю, что делаю я еще. Я ставлю алерты. Да, вот Мара. По Маре у меня алерт. Смотрите, сейчас я вам покажу. Видите, по Маре вот у меня алерт. Например, я ставлю себе алерт какой-то по каждому инструменту, и я всегда вижу, что происходит с инструментом. То есть у меня, видите, вот здесь вот, где стоят там high-low, да, high-low, это значит, что на этих high-low, доки, это значит, что по этим инструментам у меня стоят алерты. И каждый раз, какие инструменты начинают подходить к какому-то очень сильному уровню, я понимаю, там, что будет с этой картинкой, например, PayPal, да, я PayPal сижу в шортах. Почему я PayPal сижу в шортах? Дело в том, что понимаю, да, что PayPal, смотрите, давайте я вам просто объясню, это более глубокая картинка. Ну, вот смотрите внимательно. PayPal заработал деньги, вернее, очень сильно поднялся вверх, когда на рынке там в 2020 году, когда начался COVID, и все акции очень сильно пошли. Смотрите дальше. Полностью мы отдали весь рост. Смотрите, Spider. Spider идет вверх с 2020 года практически возле хаев. PayPal полностью отдал весь рост. Видите? То есть это значит, что у PayPal очень большие проблемы, да, и PayPal нельзя. Я взял PayPal сразу после гэпа, то есть я ожидаю по PayPal, что PayPal убьют. А теперь посмотрите один очень интересный место. У PayPal вот здесь вот клиническая точка в районе 59-60 долларов. То есть любой провал по S&P потянет за собой PayPal вниз. Все, видите, PayPal приходит к точке, где он был с 2017 года. У PayPal очень сильное замедление по квартальным отчетам. Это компания, по сути дела, которая будет жопа. Вот так вот я работаю.